Интервью за чашкой кофе. Доброе утро, у микрофона Мария Постникова. Обсуждение проекта рекультивации полигона твердых бытовых отходов в поселке имени Александра Космодемьянского прошло в понедельник в администрации Калининграда. По предварительным расчетам проектировщиков на эти цели потребуется около 500 000 000 рублей. О дальнейшей судьбе объекта и как обстоят дела на других полигонах Калининградской области сегодня говорим с утренним гостем на «Балтик Плюс», председателем Калининградского отделения межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт» Олегом Ивановым. Доброе утро, Олег. Доброе утро. Вы вчера присутствовали на обсуждении на общественных слушаниях? Нет, не присутствовал. Более того, информацию о том, что такие общественные слушания проводились, я узнал от вас. Вот, когда попробовал задать вопрос через социальные сети чиновникам администрации города Калининграда, как так получилось, что экологов вообще в принципе не оповестили, ответ был примерно такой, что ну, читайте сайт администрации. Да, вот там есть вся информация, такой, в принципе, стандартный ответ для чиновников, то есть, ну, вот где-то информацию там запрятали в недрах, да, там нужно по 10 ссылкам перейти, чтобы ее найти, вот вы, пожалуйста, внимательнее читайте. Поэтому нас, к сожалению, не было, и пока составить какое-то мнение по поводу этого проекта, ну, мы не можем, потому что не видели ни материалов, ни самого проекта. На сегодняшний день что сейчас у нас происходит на полигоне? Продолжается ли вывоз мусора или процесс уже остановлен? На сегодняшний день на полигоне продолжается все то, что происходило и до того. Конечно, все машины с отходами, которые собираются с города Калининграда, они туда идут, разгружаются. При том, что объект вот с точки зрения российского законодательства, он абсолютно вообще незаконный. Мало того, что он не включен в государственный реестр объектов размещения отходов, по законодательству запрещено размещать отходы на объектах, которые в ГРУРО не внесены, так не так давно состоялось решение суда уже второй инстанции, по которому была отозвана лицензия. То есть, опять же, по российскому законодательству осуществление лицензионного вида деятельности без лицензии трактуется как незаконное предпринимательство, и вообще-то это уголовная статья, уголовное дело. Между тем, на полигоне продолжают принимать отходы, перевозчики продолжают платить за размещение, может быть, я не знаю, наличными они платят, может быть, еще каким-то образом, но схема вообще крайне кривая, и, на мой взгляд, тут уже нужно действовать правоохранительным органам и разбираться, почему вообще так происходит. Объемы какие? Вот в сутки много туда свозят мусора? Сколько фур? Я не могу подсчитать, я могу сказать, что вот единоразово, мы как-то недавно делали рейд, проводили совместный рейд с ГИБДД и управлением Росприроднадзора по инициативе Росприроднадзора, и там примерно в час проходит порядка 20 машин. То есть, и это движение практически круглосуточно осуществляется. То есть, объемы огромные, лимиты на размещение отходов данным полигоном были исчерпаны еще в прошлом 20 веке. И, тем не менее, мы продолжаем свозить, и, к сожалению, городские власти всерьез не думают о том, что нужно строить новый объект, нужно подготовить объект для размещения отходов в соответствии с современными требованиями, то есть все то, что мы видим, выезжая в Европу, да, это тогда будет иметь смысл и селективный сбор, тогда будет иметь смысл вообще какое-либо безопасное обращение с отходами. Сейчас же у нас все просто сваливается в одну кучку, там бумага, пищевые отходы, стекло, батарейки, ртуть содержащие лампы, и все это вывозится на полигон, никакого контроля не осуществляется, потому что сама компания муниципальная, предприятие «Чистота», которое является оператором данного полигона, она вообще не заинтересована в том, чтобы контролировать, какие отходы туда поступают. Привезли, деньги заплатили, разгрузили, все замечательно. Но в данной ситуации власти, чиновники наши городские, они могут как-то повлиять на ситуацию?
они не могут, они должны повлиять на эту ситуацию, и нужно отдать должное энергии и пониманию со стороны председателя комитета городского хозяйства Сергея Викторовича Мельникова. Я вот вижу, да, что этот человек хочет решить эту проблему, этот человек знаком с передовыми технологиями, но, к сожалению, одного желания мало, нужны источники финансирования, нужно привлечение серьезных инвесторов, а инвесторов, работающих в сфере обращения с отходами, достаточное количество есть как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Нужно просто заинтересовать и городу, видимо, целевым образом поработать над привлечением инвесторов в эту систему. Я думаю, что и мы, как общественность, и тот же региональный союз переработчиков отходов такую инициативу только поддержит. Ну, если говорить о самом проекте, 500 000 000 рублей, сумма емкая. За какой период, вот сам проект рекультивации, он предполагает, какой период обработки, освоения заново этой территории, и в дальнейшем, как эта площадка может быть использована? Ну, вот, к сожалению, я уже говорил, что я не знаком с деталями проекта, могу только предполагать. Вообще, как правило, рекультивация таких объектов проводится в несколько этапов, то есть первый этап, он такой носит технологический характер, это установка специального оборудования для отвода и очистки фильтрата, это оборудование для отвода свалочного газа и в дальнейшем его либо использования, либо просто отвода, чтобы он не скапливался. Это, естественно, идет засыпка инертными материалами. Следующий этап уже подразумевает некое благоустройство, то есть озеленение там этих откосов и все прочее. Ну и в дальнейшем, если предусмотрено какое-то целевое использование дальнейшего этого земельного участка, либо под строительство каких-то объектов, либо там может быть, я не знаю, разбита какая-то зеленая зона, устроена, там, не знаю, какой-нибудь горнолыжный склон, да, потому что эта свалка, она очень высокая, проводятся уже все эти работы. Поэтому сама по себе стоимость, она может быть оправдана, но все зависит от того, какие виды работ она предусматривает и каков конечный вообще результат, что мы увидим на месте свалки по окончанию работ по рекультивации. Олег, я правильно понимаю, на сегодняшний день есть проект, озвучена сумма громко во всеуслышание, а по факту есть у нас финансирование на, вот, на то, чтобы рекультивацию в жизнь воплотить? А вот по факту, я думаю, что финансирования нет, потому что изначально финансирование работ по рекультивации двух объектов так называемого накопленного экологического ущерба на территории города Калининграда, это Каратвал и полигон ТБО в поселке Космодемьянского, там были предусмотрены основные средства федеральные, ну, там с каким-то небольшим финансированием со стороны регионального городского бюджета. Но в дальнейшем Минприроды Российской Федерации провела инвентаризацию и была вынуждена урезать ряд программ по регионам, в том числе было урезано и финансирование на вот программу по рекультивации этих двух объектов. Поэтому то, что проект готов, это замечательно, но где взять даже там 200 миллионов рублей софинансирования, да, я, честно говоря, себе пока не представляю. Надеюсь, что у городских властей действительно есть план, есть четкое понимание, где эти средства раздобыть, потому что проект имеет свойство устаревать, да, и если финансирование будет получено через, только там, через 3-4 года, вполне возможно, что изменится целый ряд технических регламентов, и проект просто придется переделывать, соответственно, придется выделять новую сумму из бюджета на подготовку нового проекта. Местные жители, кстати, к вам часто обращаются, жалуются, что надоело жить по соседству с такой свалкой городской? Ну, местные жители там такого понимания все-таки находятся по разные стороны от оживленной трассы, шоссе Балтийского. То есть сам по себе поселок, как Космодемьянского, как жилой массив, он находится с одной стороны, свалка находится с другой стороны, ближе к реке Приголе. Поэтому вот прям сказать, что
что у кого-то там из окон открывается вид на эту свалку, ну, нет, конечно. Но, тем не менее, и при ветрах наши, при розе ветров запахи все эти ощущаются, и птицы, которые разносят эти отходы, и бродячие собаки, которые постоянно вокруг этой свалки там присутствуют и являются потенциальными разносчиками целого ряда инфекционных заболеваний, это, конечно, большая проблема, эту проблему нужно решать в комплексе, плюс мы в ходе нашего мониторинга буквально недавно туда ездили, в тот район, там еще вокруг этой свалки располагается несколько предприятий, якобы по переработке отходов, на самом деле там захламлены все эти территории, все прилежащие, там есть такие небольшие зеленые зоны, то есть они тоже все завалены всевозможными отходами, и ну, просто там такое ощущение, что нога чиновника и каких-то надзорных органов просто в той стороне не была, но вот мы сейчас постараемся, чтобы все-таки туда выехали и разобрались, почему там такое безобразие творится. Олег, в регионе еще существуют подобные площадки для складирования мусора, которые тоже требуют вот срочнейшей рекультивации? Да, по большому счету, все объекты размещения отходов в Калининградской области, за исключением двух, требуют проведения таких работ. Единственное, что полигон твердых бытовых отходов в поселке Космодемьянского – это уникальный для региона объект, ну, хотя бы потому, что там объемы совсем другие, они несопоставимы с другими там небольшими муниципальными свалками. Но, тем не менее, мы еще в прошлом году проводили мониторинг, мы заезжали на свалки муниципальные в Полеске, в Славске, в Правдинском районе, в Черняховске, да вообще где угодно, там везде примерно одна и та же проблема, все эти объекты старые, все эти объекты без гидроизоляции, все эти объекты без очистных сооружений, то есть все эти объекты являются в настоящее время объектами негативного воздействия на окружающую среду, и они, конечно, тоже требуют рекультивации. Вот, насколько я помню, только одна свалка областная в Немане, по-моему, была рекультивирована, все остальные этой рекультивации ожидают, в том числе там свалка в городе Советске, достаточно большая, которая периодически имеет свойство возгорать, которая, на которую периодически продолжают коммунальщики вывозить отходы, но, тем не менее, никаких источников финансирования на рекультивацию этих объектов в настоящий момент не предусмотрено. Кстати, что должно произойти на этих объектах, чтобы власти вот тут же сиюминутно приняли меры? Невозможно принять сиюминутно меры, потому что требуется заложить финансирование какое-то бюджетное или внебюджетное, если, может быть, там заинтересовать каких-то инвесторов в дальнейшем использовании данной территории, но это сделать на раз-два невозможно. Более того, наш опыт показывает, что власти не в состоянии даже перекрыть доступ на уже закрытые объекты для того, чтобы предотвратить дальнейшее размещение отходов. Как правило, все закрытые полигоны и свалки в области фактически продолжают отходы принимать. Олег, еще такой момент. А вот общественное слушание, обсуждение общественного проекта, что оно дает? Ну, оно дает возможность, во всяком случае, понять, что же в дальнейшем будет, как в дальнейшем будет использоваться этот земельный участок. Ну, и на саммит слушания выносятся некие проектные решения, некие технологии, которые будут использоваться, потому что специалисты могут их подвергнуть критике, да, могут привести какие-то аргументы, что использование тех или иных технологий не будет эффективным и оправданным, либо они слишком дорогостоящие, либо они неэффективны с точки зрения мероприятий по охране окружающей среды. Вот. Но и сейчас, кстати, написано на сайте администрации, что в течение, по-моему, то ли 10, то ли 30 дней предложения будут приниматься, но, опять же, вот я, как человек, который не присутствовал на общественных слушаниях, я вот не знаю, где найти эту документацию, где ее посмотреть для того, чтобы какие-то предложения составить и направить, да. Вот если где-то в открытом доступе есть, хорошо, если в открытом доступе этих материалов проектных нет, то тогда те люди, которые не попали на общественные слушания, естественно, никакого мнения, никаких рекомендаций направить не смогут. Мы со своей стороны постараемся посодействовать в этом вопросе. Спасибо.
Олег, и буквально на следующей неделе состоятся общественные слушания по еще одному объекту. Да, по рекультивации как раз уже упоминавшегося кратвала. Угу. На 15 число, по-моему, эти общественные слушания назначены, и мы планируем принять в них участие. Хотя, опять же, на мой взгляд, все-таки кратвал менее, так скажем, наболевший, хотя там тоже он и возгорается, да, и в пожароопасный период всегда доставляет большую проблему горожанам, но если брать все-таки глобально, с точки зрения воздействия на окружающую среду, то, конечно, полигон в поселке Космодемьянского – это угроза номер один экологии города Калининграда. Ну, будем надеяться, что власти такие признают этот факт и примут меры. Мы тоже будем надеяться. И еще раз хочу сказать, что все здравые, хорошие инициативы, направленные на то, чтобы действительно решать экологические проблемы города Калининграда, мы всегда поддержим и всегда, чем сможем, городским властям поможем. Большое спасибо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня утренний гость на «Балтик плюс» – председатель Калининградского отделения межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт» Олег Иванов. Спасибо. Всего доброго. У микрофона была Мария Постникова. Всем хорошего дня. Интервью «За чашкой кофе».